Греческий епископ Павел Язиджи и его сиро-яковицкий коллега Иоанн Ибрагим, захваченные днем ранее в заложники на севере Сирии, освобождены, сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на данные организации «Ближневосточная христианская ассоциация». Сама ассоциация, заявляя об освобождении Язиджи и Ибрагима, заявила, что получила соответствующую информацию от неназванных источников Сирии. Всего за несколько часов до этого также неназванные представители церквей, чьи священнослужители попали в плен, рассказали, что епископы были похищены чеченскими боевиками, сражающимися против сирийской правительственной армии. Точно такую же версию событий выдвинул официальный Дамаск, который источник своей информации раскрывать не стал. При этом сирийские повстанцы обвинили в похищении епископов военнослужащих правительственной армии. По непроверенным данным, Язиджи и Ибрагим находятся в Алеппо, их жизням ничего не угрожает. Официального подтверждения этой информации пока нет. Ответственность за их похищение никто на себя не брал.